представьте максимально неприятного толстого и волосатого уебана, от которого еще и смертельно воняет радиоактивным потом. Представили? Если что, я не про себя. Сиси-писи, если вы по названию ролика не догадались, то я хрен знает, как вам еще сказать. Ух и бать! Ух артом! Можно же без всяких приколов прямо сказать! Я про Михаила-пулеметчика, про кого же еще, блять? Я, кстати, забыл, что хотел рассказать. Или я просто хотел его, блять, пооскорблять, так сказать, полить отборным калом. Электричество. Ух и бать! Я вспомнить. Я хотел вам рассказать всю правду про хэвики. Начнем сначала короче. Я просто шел домой с друзьями после школы. Это было зимой. Мы каждый раз проходили мимо небольшого холма, с которого все время скатывались по обычаю древних предков. Кстати, катались мы с него не только зимой. Летом тоже можно охеренно кататься на ледянках. Этот раз не стал исключением. Мы забрались на холм, кинули рюкзаки неподалеку и начали кататься с картонок, на которых спят бомжи. Когда мы уже закончили эту торжественную церемонию, мы, понятное дело, пошли забирать наши ебаные портфели. Я беру свой и чувствую, что он заметно так потяжелел. Открываю его, а там пиздец. Он был доверху забит замерзшими крылышками из KFC. Бля, я тогда вообще охуел. И воняло оттуда как от мертвой собаки, то есть как от пулеметчика. Этот запах я ни с каким не спутаю. Я неистово обосрался и рассердился. Поэтому мы с пацанами пошли по вонючему следу. К счастью, с нами был наш товарищ с погонялом, собачий нос. Не спрашивайте, откуда такая кликуха, но запахи он прекрасно чувствует. Он привел нас к логову местных бомжей. Поскольку сообразительностью мы не отличались, нам больше нихуя в голову не пришло, как начать кидать снежки в их логово. Спустя несколько мгновений из темноты вышла гигантская туша. Запах говна и рвоты сразу усилился. Очевидно, это был пулеметчик. Ай, блять! Это чё за хуйню происходит? Я вам какашки в попу и пошел я нахуй. Йоу, щищ, пошел ты нахуй реально. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Ты нахуя мне рюкзак закидал ледяной курицей из KFC, долбоеб? Так это юмор у меня такой. Чё, блядь, не смешно тебе было? От этого запаха хочется плакать, а не смеяться. И это не слезы счастья. А хули твои друзья тут делают? А ну, съебались в страхе. Мои друзья убежали, после чего я открыл рюкзак и вывалил курицу. И чё? Ну и чё? Джереми, разве ты не должен быть дома? Ты хули здесь делаешь? Отец, этот лысый хрен биткоин забил мой портфель хуйня ебаной. Тебе чё, жить надоело? Вот именно. Ты чё, охуел, пулеметчик? Какой куда там, блядь? Я тебе говорю! Домой пиздуй, Абоба! Очень справедливо, конечно, пиздец! Неплохо сработались, шпигун! Да, только я как я буду от твоего запаха отмываться! А где прошла ты, там упала звезда, там светила луна и играла волна! Играла волна!